Саша, ты опять кушаешь. Тебя как не снимаешь, ты постоянно что-то так кушаешь. Причем все как скромненько, так по десерту. Саша, блин, десерт. Какие-то еще тут фигня. Сауна. Очень непонятно, сауна. Понятно. Вон слюнявчики есть. Вот нам привезли наш новенький гриль. И дрова купили. О, еще что-то. Уголь или что это? Да. Так что будем скоро кушать мяско. Сегодня. Сегодня? Вот что я себе прикупила. Это больше, наверное, девочкам будет интересно, но мало ли и мальчикам будет интересно. Так, это мне дали пробники. Такие, это крем для лица. Я взяла себе вот такой крем для лица. Мне когда-то дали пробник на него, и мне он так понравился. Он недорогой, он стоит $39, что ли. Но он вообще так ложится обалденно. Ну и я решила еще купить к нему термальную водичку. Попробую, надеюсь. Точнее, я уверена, что она будет классная. Купила себе, я уже себе покупала, это как тоналка, но на самом деле это не тоналка, я не знаю, как это правильно назвать, может там написано, понятно будет. Это такое легкая-легкая тоналка. Она очень легко ложится. Я не люблю тоналки, я не люблю эти толстые слои, но вот это очень классно ложится. Куш купила, Дживанши, у меня уже такая была. Я взяла еще одну. Процесс приготовления мяска и овощей. Денис, как? Жарко? Нормально. Нормально? Я думаю, будет вкусно. А ты снял помидорки с веточкой, а я специально стала вела на веточке. А я не знаю, как они будут жариться на веточке, поэтому я их снял. Я думаю, будет вкусно.
to find it through. I see the night, but I lost all sight of you. I've lost my way, it's hard to